Здравствуй, Сарварочка и мои дорогие ребятишки. Скоро месяц, как мы приняли непосредственное участие в боях с фашистскими гадами. Я видел и пережил многое. В каждой деревне, с которой мы выгоняли этих злодеев, мы сталкивались с многочисленными фактами издевательств, надругательств над населением и тому подобным. Все это заставляет бурлить кровь жгучей ненавистью к врагу, стремлением отомстить ему. Пишу письмо во время боя. Приходится часто отрываться. Кругом артиллерийская канонада, идет наступление. Хвастливые гитлеровские вояки вынуждены все время отступать. И мы практически каждый день продвигаемся вперед. Если ты читала газету «Красная звезда», то в последних выпусках видела ряд статей про боевые дела частей товарища Конева. Это наши части. Чтобы ты могла составить представление о делах здесь, у нас, перечитай эти статьи. Недавно меня назначили комиссаром дивизиона. Того самого, где я был с самого начала. Работы и ответственности у меня прибавилось. Но я не удивляюсь. Ты ведь знаешь, где бы я ни был, работа для меня всегда найдется. А если мне ее не дают, то я найду ее сам. Тем более здесь, на войне. Жизнь течет разнообразная, полная. Значительных событий много, и время течет быстро. Единственное мое горе – нет писем от тебя. Если бы я знал, что ты здорова, что ребятишки здоровы, дела у мамы и Нины в порядке, то я был бы вполне счастлив. Но вот и все. Целую тебя крепко. Желаю тебе успеха. Надеюсь, скоро вернемся с победой. Всегда твой, Геннадий.